Почетный гражданин Пензенской области Камиль Девлекамов хорошо помнит, где и когда был сделан тот или иной снимок. Историю каждой фотографии рассказывает максимально подробно. На большинстве из них он, экс-губернатор Василий Бочкарев и кто-то из приехавших в Пензу высоких гостей. В разное время в музей живой воды в Куваке приезжали артисты, политики, общественные деятели. Но самым частым посетителем культурно-исторического центра был именно Василий Кузьмич. Вот когда он или устанет, или там нервишки сдают, или он звонит, я приеду, слушай, давай чайку попьем, поговорим. После этого, говорит, я месяц буду работать, 2 ночи. Я такую энергию здесь получил. На самом деле здесь нравится ему. С Василием Бочкаревым, вспоминает автор экспозиции, он познакомился в 70-е годы прошлого века, когда экс-глава региона возглавлял автотранспортное предприятие. Со временем дружба крепла. Множеством идей, которые впоследствии давали толчки развитию Пензенской области, Василий Кузьмич делился с Камилем Девлекамовым. Первые проекты или первых инвесторов, которые в Пензенскую область по селу приехали или пришли, это были англичане. Мы, например, их приняли и дали опытные поля. Они пригнали их современную технику, семена, технологию. И вот с этого момента, значит, по селу у нас уже пошло как-то, ну, такие серьезные продвижки в отношении, значит, сельского хозяйства. Экспозиция памяти Василия Бочкарева в Куваке разместилась рядом с мемориалом Льва Ермина, возглавлявшего Пензенскую область в советское время. Двух этих руководителей Камиль Девлекамов называет основоположниками развития в регионе отрасли сельского хозяйства.